Друзья, здравствуйте! Рад видеть вас на своем канале. Это очередной выпуск по хламоциклу. И сегодня будем делать колеса с лютейшим зацепом. Поэтому все как полагается. Чаек, подписка, лайк, печенька. И мы начинаем. Погнали! А началось все тем, что пару дней назад я решил опробовать только что собранный хламоцикл. Я хотел просто покататься вокруг дома, и мне бы этого хватило. Но отъехав метров 10 от гаража, моя покатуха превратилась в целое приключение. Мотоцикл вообще не хотел ехать, 10 сантиметров снега оказались для него непреодолимым препятствием. И чтобы хоть как-то передвигаться, пришлось включить четвертую скорость и всю дорогу толкать мотоцикл. Такая езда меня не устраивает, и с этим однозначно надо что-то делать. Первый способ предложили мне вы, это повесить цепи на заднее колесо. Вариант проверенный годами, рабочий, но вот только я не смог найти все свои цепочки от мопедов, и поэтому вариант отпал самим собой. Но чтобы хоть как-то спасти ситуацию, я решил зашиповать колеса для мотоцикла самостоятельно. Я уже приготовил вот такие колеса, это здесь три колеса, но шиповать я буду только два. На перед и назад, потому что шиповать коляску я не вижу смысла, она как бы вообще не влияет никакой роли. Переднее колесо нужно шиповать, потому что, чтобы хоть как-то появилась у нас рулежка, иначе когда ты едешь, выворачиваешь руль, мотоцикл едет туда, куда ему нужно. Ну а заднее колесо, понятно зачем шиповать, чтобы у нас появилась хоть какая-то тяга и колесо перестало шлифовать на льду. И чем же шлифовать-то, да, друзья? Покупать шипы, это, честно говоря, дорого, да и к тому же нужен специальный пистолет, который будет загонять шипы в покрышку. Я не стал заморачиваться, пошел самым дешевым способом и купил вот такие саморезы. Это оцинкованные саморезы двух размеров. Вот эти, по-моему, 25 мм, а вот эти 16. Покупал я две вот такие пачки. Здесь по 550 штук в одной упаковке. То есть в сумме на два колеса у нас будет 1000 там с копейками саморезов. Я думаю, плотность шипования будет довольно большая на два довольно узеньких мотоциклетных колеса. И какое колесо куда ставить, сейчас расскажу. В общем, вот такое колесо с шашками, ну, с такими относительно небольшими шашками, я поставлю на заднее колесо, потому что в него буду закручивать вот такие длинные саморезы на 25, которые... Это нужно для того, чтобы при вращении и буксовании колеса саморезы не провернуло и не воткнулись они в камеру. А наперед поставлю вот такое колесо, оно уже относительно лысое. И в него закручу вот эти саморезы, те, которые на 16 или на 15, я точно не помню. Я тут уже, кстати, поэкспериментировал немного. Вот так он будет торчать из колеса, то есть тут примерно миллиметров 8-9. Я думаю, этого вполне хватит, чтобы появилась рулежка. И в заднее колесо тоже пробовал закручивать. Длинные саморезы будут торчать на где-то 10-12 миллиметров. То есть внутри у нас еще остается примерно половина. И по идее, по моим предположениям, его не должно будет провернуть даже на самых агрессивных местах. То есть при выезде, допустим, ну на асфальт. Не знаю, что получится, но в любом случае охота попробовать. Так что все это делается ради эксперимента и тупо, потому что мне интересно, появится ли у нас зацеп и вообще, что из этого будет. Так что... присаживайтесь, наливайте чаек, и мы начинаем крутить саморезы. Главное, чтобы у меня хватило терпения все это сделать. В общем, погнали! Только что, друзья, закончил шиповать первую покрышку. Это покрышка для заднего колеса. Вот такой результат шипования получился. И я, честно говоря, ожидал, что количество шипов на покрышке будет немного больше. А по факту получилось, что саморезов-то не так уж и много, как хотелось бы. От всей кучи больших саморезов осталась небольшая кучка. Тут, наверное, штук 50-60. И еще штук 40 я повыкидывал, потому что уже при работе с ними выяснилось, что многие саморезы, они тупо бракованы. То есть обычная бита, вот такая PH2, банально не цепляется за шляпку самореза и его не получается закрутить. Даже специально делал вот такую биту с магнитиком, ну, чтобы хоть как-то более-менее было нормально работать.
Но, в принципе, в любом случае, я думаю, нам такого зацепа вполне хватит для передвижения по снегу, по льду. И поэтому заднее колесо я пока что откладываю и перехожу к переднему колесу. Его буду шиповать вот такими маленькими саморезиками на 16 мм. Так что продолжаем. Итак, дошиповал я вторую покрышку, та, которая станет на переднее колесо. Вот такой результат у меня получился. В принципе, шипов на самом деле не очень много. Потратил я не все саморезы, которые у меня были, поэтому на данный момент на два колеса у нас получается не 1000 саморезов, как я говорил, а где-то 800-900, то есть немного меньше. Но я думаю, зацепы нам в любом случае хватит и чтобы ехать, и чтобы рулить. Поэтому сейчас надо поставить эти покрышечки на диски, чтобы все это дело уже было готовыми колесами. И попозже ставить мотоцикл, да, пробовать выезжать, смотреть, что у нас будет. Да, кстати, хотел сказать по поводу камер, которые поставлю в эти покрышки. В любом случае, шляпки от саморезов, хоть и кажутся гладкие, они по-любому имеют какие-то острые части. И чтобы камеру сразу не продырявить об них, на вот эту обычную камеру я одену еще вот такой чехол из точно такой же камеры. В принципе, способ уже проверенный годами. Намного, конечно, этого тоже не хватит, но думаю, на 1-2 выезда нам этого должно хватить. И в конечном итоге вот так все это будет выглядеть. Просто два слоя резины, которые, по идее, должны немножко дольше проходить. Но в любом случае посмотрим, попробуем, покатаемся. Проколем так проколем, заклеим нет, так нет, значит хорошо, еще потом покатаемся. И также подготовил уже два относительно новых диска. Они так-то почти нормальные, но... состояние у них такое себе, но нам на эксперименты пойдет. На них я повесил новые флипперы, или флиппера, я не знаю, как правильно. В общем, резинка, чтобы не проколоть нам камеру об спицы, об диск ничего нигде не проживало и не протерло. На эти диски сейчас повесим зимнюю резину. Все это надо будет собрать в одну кучу, поставить на мотоцикл и, в принципе, уже выезжать кататься, потому что надо проверить, что у нас вообще получилось, самодельная шиповка. В общем, продолжаем, друзья. Sound right, boys. Наконец-то, друзья, мотоцикл полностью готов к очередному выезду. Зимние шипованные колеса уже стоят на нем. Давление в них я сделал немного больше положенного. В заднем на данный момент 8,5 кг, а в переднем 7,2 или 7,3, там 7 с копейками. Это я сделал для того, чтобы при наезжании на какую-то твердую поверхность, вот, допустим, на землю, как сейчас в гараже, чтобы саморезы не залазили вовнутрь покрышки и тем самым не повредили камеру. Не знаю, насколько дольше проживет камера от такого способа, но в любом случае хуже от этого не будет, а за мягкость подвески я пока что не переживаю. Поэтому сейчас запускаем движок, греем и едем тестить наши самодельные шипованные колеса. Вообще, насколько все нормально получилось или ненормально. Короче, погнали тестить.
Ну и чтобы результат от шипов стал более понятным, я поеду тем же самым маршрутом, что ездил 2 дня назад, когда был на лысой резине. Если я сейчас спокойно там проеду, значит толк от саморезов есть. Так что хватит болтать, погнали пробовать. Валим! Мне нравится, вообще зацеп реально появился. На этот раз я спокойно доехал до Суды, хотя 2 дня назад я вообще не мог даже до этого места доехать, потому что мотоцикл постоянно буксовал, и чтобы хоть как-то поехать, приходилось включать 4-ю скорость. А сегодня мы едем спокойно на 1-й, и уже нам хватает полностью зацепа, но нам не хватает движка, потому что движок собран из хлама, и как бы когда начинают давать газку, то движок как-то затягивается. В общем, силёнок у него маловато, зато зацепа вполне хватает, вон как ископал всю землю, несмотря на то, что земля мороженая, и тут еще до хрена листьев. В общем, заднее колесо все подымает, и, кстати, рулёжка у нас тоже появилась. Саморезы на переднем колесе, в принципе, нормально выполняют свою роль. Они как бы держат, то есть и рулем поворачиваешь, и уже мотоцикл как-то начинает нормально управляться, не то, что 2 дня назад, когда я тупо крутил руль, а он вообще ничего не делал. Так, а что бы нам сделать еще? Ладно, если по ровному месту мы едем нормально, значит надо съездить туда, где нет ровного места, на какой-нибудь бугорок. Ну, чтобы посмотреть, вообще мы наверх заедем на нем или нет. Да, кстати, камеры пока что целые, небольшое испытание, они уже прошли. Но, в общем, мы дальше едем кататься. Невиденная ситуация, технические проблемы. Да ты тухнешь, если ты падла. Падла. Короче, пацаны, мы чуть не сгорели. В общем, мотоцикл, видать, боком наклонился, бензин вытек и попал на выпускное колено. Видать, там попала искра. И, в общем, мы немного загорелись. Сейчас, наверное, поползем домой, потому что что-то у меня уже нет это желания его заводить. Вот. Блин, ну благо был снег, успели потушить. Короче, небольшой такой неплановый момент получился, прикольненький. Ну ничего, всякое бывает. Короче, сейчас собираемся и ползем домой. Так, ладно, вроде все зачинили. Там просто бензин потек с карбюратора, и все это от выпускного колена загорелось. Но, по идее, больше такого произойти не должно. В принципе, смотрите, какой огромный бугор, и я на мотоцикле туда заехал. А куда он? Стоять! Так, что мы сейчас? Заводим, значит, движок, снова поднимаемся в этот бугорочек и уже ползем до дома, а там посмотрим. Но в принципе, мотоцикл реально начал ехать, если сравнить с теми днями, когда я выезжал, катался на нем, его постоянно приходилось толкать, а сейчас он спокойно едет, саморезы в любом случае дают охренительный зацеп, то есть мы даже на бугорок, в принципе, нормально заехали. Тут тоже, посмотрите, тут, наверное, 20 сантиметров снега уже навалило, и он спокойненько едет. Перед тоже реально держит, прям нормально мотоцикл рулится. Поэтому сейчас что делаем? Заводим и едем дальше кататься, ну или до дома. В общем, посмотрим. Продолжаем.
поехал. Ху-ху. Блин, я же обещал, что больше никогда тебя трогать не буду. Прости, друг, но это нужно только для видосов. Он снова справился. Он сегодня не умер, а значит, будет еще одна серия с этим мотоциклом. Фу, друзья, ну неужели бы наконец добрались до гаража? Мотоцикл, на удивление, доехал своим ходом. Там просто бензин немного начал что-то не поступать. Может быть, кранчик забился, я не знаю. И, в общем, постоянно какой-то цилиндр не работал, бензина ему не хватало. В конце, в общем, продул шланги, все это завелось. Само доехал до гаража. Блин, я прям реально удивлен этим мотоциклом, хоть и собран он из хлама, но он пока что еще не сломался. Покатуха сегодня вышла реально насыщенно, и сгорели, перевернулись, и в снег упали. В общем, ну, немного повеселились, бывает такое, да? В общем, все нормально. Что касается шипов, на данный момент шипы, в принципе, все доехали до гаража назад. Колеса пока что не проколоты, значит, на этих шипах можно будет еще попозже покататься. В принципе, что можно сказать по зацепу, в 107 раз повторюсь, то, что зацепа хватает прям за глаза. Он едет спокойно по снегу, по пашне, вот я по огороду тут катался, в бугры поднимается спокойно, никаких проблем нету. Правда, ну, движок то, что не везет, потому что там вообще печалька по движку собрана из того, что было. Но, в принципе, шипование саморезами вариант реально рабочий, я еще раз сам уже проверил, как бы вот до этого видел, да, что люди так делают, но на этот раз я проверил все сам. И что можно сказать? Блин, саморезы это, конечно, здорово, но есть у меня еще вот такая покрышечка. Смотрите, это вообще, я не знаю, как она, эндуро или песочная покрышка называется. На ней огромные такие шипы, прям лютейшие. И такая есть идейка запихать в эти шипы болты, допустим, шестерку или восьмерку. То есть прям просверлить шашечки вот эти, вставить изнутри такие болты. Знаете, декоративно у них еще шляпка такая гладкая. И тут одеть шайбу и прикрутить все это гаечкой. И я думаю, тогда вот эта зверюга будет копать вообще люто. Правда, у нас вообще, наверное, движка не хватит. Но, тем не менее, если видосик вам понравился сегодняшний с саморезами, давайте лайков, наверное, 70 наберете. Если 70-80, то я тогда сделаю видос вот с этой покрышечкой. Запихаем сюда болточки и все это соберем на колесо и проверим, как оно уже будет копать. Но саморезы реально работают прям на ура, зацепа хватает за глаза. Единственное, какой есть минус, то что в любом случае это ненадолго. То есть сейчас, если выехать на асфальт, саморезы будут ломать резину, и потом они в любом случае провернутся и залезут в камеру. То есть тут я ездил, можно сказать, по мягкому грунту, там снег, где-то небольшой лед, земля, песок. Но если выехать на что-то более твердое, допустим, на асфальт, то все равно это долго, мне кажется, не проживет. Но благо сегодня 2 часа покатухи, они нормально так-то отходили, поэтому вот так. На сегодня, в принципе, у меня все. Все как обычно. Лайк, подписка, до свидания, до следующего видоса. Пока.